На территории школы номер 26 Южно-Сахалинска разбит эколого-биологический сквер, основной вклад в создание которого внесли ученики. Этому проекту более 6 лет. Подготовку и отсыпку участка выполнил муниципалитет. После этого каждое лето здесь работает школьная производственная бригада. С помощью родителей, общественников и ландшафтного дизайнера Александры Кудряшовой старшеклассники высаживают цветы и кустарники. Из растений обустроен японский сад, высажена сакура, организуют клумбы. Сейчас школа распространяет полученный в озеленении опыт. Вы увидели, что большая часть посадочного материала – это многолетние растения, да? Они вырастают. И получается так, что их много. В этом году мы заключили договор с парком, и Александра Семеновна у нас работает там. И посадочный материал для одного из кусочков озеленения парка берется с 26-й школы. Мы отдаем это, потому что нам это лишнее и не надо, а там пригодится. На территории школьного сквера в этом году зацвели сакуры, посаженные учениками. Добавлю, что нынешним летом администрация Южно-Сахалинска планирует высадить на улицах города 1 000 000 цветов.